Саламу алейкум. Здравствуйте, хурматли семинар катнашчилари. Сизлар билан бугунги семинарымызды башлаймыз. Хош, демек бизде саволлар бар чатта. Демек, көпчилик болганыбыз үчүн конференция умумий хамма файдаланышы, хамма иштиши мүмкүн болгону үчүн ovozli rejimni o'chirdik. Har xil xalaqitlarni, har xil shovqinlarni oldini olish maqsadida. Xo'sh. Endi agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, chat orqali bersangiz bo'ladi. Demak, birinchi azgina zvuk tekshirib olamiz, tovush tekshirib olamiz. Sizlarda eshitilayotganini tasdiqlab bersangiz, iltimos, yaxshi bo'lardi. Уважаемые участники, селю разных помехов исключить, мы решили так, что все может только записать в чат, но звуковой режим мы выключили. Вот видно вам тоже, я думаю, здесь участники 64, уже немало количество участников, это у всех это доступно, это семинар. Вы можете там задавать вопросы через чат. Если звук хорошо, просим вас подтвердить. По возможности, значит, будем провести на русском и на узбекском параллельно. Демек, узбекча, русча параллельно утылышка харакат халамыз. Демек, рухсат иле билан, бүгінгі семинары башлаймыз. Савал иле болса, мархамат қылып чатта язып қалдырса иле, imkon qadar harakat qilamiz bu savollarga javob berishga. Demak, hurmatli qatnashchilar, hammalarga ma'lum validatsiya, verifikatsiya degan termin bizda bugungi kunda juda ham ko'p ishlatilyapti. Bu termin, bu atama avvaldan ham bo'lgan, ya'ni 17.025 2007-yilgi versiyasida ham bu termin, bu atamadan foydalanilgan, faqat bizdagi yondashuv bu masalaga unaqa bir chuqur kirilmaganligi sababli biz bu atama bilan haqiqiy asl mohiyati ma'nosida yondashmaganmiz. Shuning uchun bugungi kunga kelib albatta 17.025 yangi tahririga o'tish mobaynida albatta bu validatsiya, ya'ni usullarning validatsiyasi, usullarning verifikatsiyasiga xalqaro tajribani o'rgangan holda o'tishi maqsadga muvofiq deb topdik va bugungi kunda imkon qadar harakat qilyapmizki, akkreditlashga talabgor bo'lgan laboratoriyalarga moslashib, ulardan kelib chiqqan holatda, ularning darajasidan kelib chiqqan holatda va xalqaro tajribani hisobga olgan holatda, ya'ni oltin o'rtalikni tanlagan holatda biz validatlash va verifikatsiyalashga yondashuvni yo'lga qo'ymoqchimiz. Теперь на русском языке, как вам известно, термин валидации и верификации методов сейчас уже регулярно используем. В лабораторной деятельности это почти считается важным. Мы старались по возможности это внедрить с учетом международной практики и параллельно с учетом практики нашей уровень, то есть наши там органы претендующих аккредитации, то есть лаборатории, испытательные и калибровочные лаборатории. С вашими разрешениями я начинаю демонстрацию экрана, то есть сначала давайте весь экран я буду демонстрировать, то есть значит презентация. Сначала презентация, потом будем открывать это руководство через сайт и будем тоже показать. Так, значит, начинаем. Верификация, что это такое, валидация, что это такое. Я думаю, экран всем видно. Если не видно, тогда пишите, подтвердите, пожалуйста. Демонстрация, то, что я сделал, демонстрация, это видно всем. Hammaga ekran ko'rinyaptimi, ya'ni prezentatsiya? Ага, rahmat.
Демек, базы бирларымыз иштилмейотганлигини Zvuka нет, вот написали, да, просим вас проверить, основные количество участников подтвердят, что слышно. Я сейчас тоже проверил свой там звук, здесь, в принципе, проблемы нет, еще раз перепроверите, пожалуйста. Демек, презентациямиз, тақдимотимиз ҳозирча рус тилида, лекин ўзбекча-русча параллел тақдимот қилаверамиз. Значит, верификация, это согласно 17.025, это общий термин верификация, это не только там относительно к методу, здесь относительно к оборудованию, относительно к какому-то программному обеспечению, да, что предоставление объективных свидетельств того, что данный объект соответствует установленным требованиям. Это верификация. Если мы относительно к методу этого будем внедрить, вот этот термин, это демонстрация того, что лаборатория соответствует эксплуатационным параметрам метода, определенным при валидации. То есть мы при валидации будем устанавливать эксплуатационные параметры, вот эти эксплуатационные параметры будем проверять, если, да, вот это, если демонстрируем, это значит является верификацией. Это относительно метода. То есть все методы перед это принятием в качестве стандартного, да, стандартизированного метода должны пройти валидацию. А если мы без валидации будем принять какого-то стандарт, значит, это не имеет смысла. Это по международному практику это неправильно. Так, o'zbekchasiga aytamiz, demak, verifikatsiya degan termin, verifikatsiyalash deb tarjima qilmadik, chunki bu terminni, bu atamani to'g'ridan-to'g'ri qabul qilsak, ko'pchilik tushunadi degan qarorga keldik. Shuning uchun usullar verifikatsiyasi va validatsiyasi deyishga qaror qildik. O'ylaymizki, buni to'g'ri tushunasizlar. Chunki usulni tasdiqlash, tekshirish yoki verifikatlash deb o'tirgandan ko'ra mana shu yo'lni tanladik. Bu endi qanchalik sizlarga ma'qul keladi, umid qilamiz to'g'ri tushunadilar. Demak, bu obyektiv dalillarni taqdim qilish, ya'ni obyektning, tanlangan obyektning belgilangan talablarga muvofiqligi to'g'risida obyektiv dalillarni taqdim qilish bu verifikatsiya deyiladi. Bu 17.025 xalqaro standartining xalqaro standartining 308 bandida berilgan. Agar usulga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, bu o'sha Shimoliy Yevropa mamlakatlarining assotsiatsiyasi tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, validatsiya mobaynida aniqlangan ishchi parametrlarning muvofiqligini namoyish qilish bu verifikatsiya deyiladi. Demak, hozir chatda savollar ko'payapti. Metal slышит, можно наш звук отключили, чтоб каш не было. Мне не слышно. Хоп. Так, пишет, что организация запретила участникам включить. Как включить звук? Хош, қарайлар. Мен хозир звук қошишим мумкин, лекин ҳар хил шавқинлар, ҳар хил ҳалақатлар юзага келиши мумкин. Hozir bir daqiqa. Xo'sh, qaytadan tekshira olamiz. Demak, eshitmayotganlar ko'pmi? Слышимость отличная. Постарайтесь переподключиться. Ну, eshitamiz. Xo'p. Eshitmayotganlar qaytadan kirib ko'rishga, internetni qaytadan tekshirishga harakat qilib ko'ringlar. Men o'zimdagi bor nastroykani administratorlikda mutaxassis ishtirokida tekshirib turibman. Hozircha muammo yo'q. Qaytadan kirib ko'ringlar, iltimos. Тех, кто поднят руку, там можете написать в чат, если у вас есть вопрос, пока. Потому что здесь очень много количества. Я, честно говоря, открытый чат хочу. Но очень много здесь участников, поэтому запись ведется, да, запись ведется. Мы стараемся вот это скинуть. Не знаю, какой там объем будет. Если доступный объем, мы будем это поставить. Ведется запись, да.
Ишлетканлар узыздан настройканы курыштым. Хош. Продолжаем. Время не будем терять. Хоп, демек. Понятно, да? Вот верификация в международном стандарте и европейской литературы, то, что Северноевропейская там ассоциация по валидации методики НМКЛ и процедура номер 4, они пишут такое. Так. Продолжаем. Значит, валидация – это верификация, при которой установлены требования, связанные с предполагаемым использованием. То есть это согласно ISO 17025, пункт 3.9, то есть установленные требования, связанные с предполагаемым использованием. То есть все, если требования выполняются, значит, это можно сказать валидация, да, то есть подтверждение, утверждение – это валидация, подтверждение – это верификация, можно сказать. Демек, валидация, она тарафлашка утамыз, бу, бьян верификация, фақат белгиленген талаблар, уша реже кылынген файдаланышке мастыгин урганиш, бұны тастықлаш, бу валидация дейді. Енді ескі стандартымызды 5-4-5 банды дейм, бұ тоғырысты малымат бар еді. To'g'risida ma'lumot bor edi. Это подтверждение путем исследования и представления объективных свидетельств того, что конкретные требования к специфическому селевому использованию выполняются. Демек, bu ham o'shanga o'xshagan ta'rif, ya'ni buni ortiqcha izohlab o'tirmaymiz. Demek, validatsiya bu tasdiqlash. Tadqiqot qilish va obyektiv dalillar keltirish orqali spesifik maqsadli foydalanishning bajarilishini tasdiqlash. Demak, NMKL, ya'ni Shimoliy Yevropani validatsiya usullar validatsiyasi bilan shug'ullanadigan tashkiloti bor, NMKL. Buni 4-chi protsedura tartib taomilida yozilishicha определение контроль эксплуатационных параметров метода в лаборатории или путем совместного использования, исследования. То есть usulda eksplutatsion parametrlar bo'ladi, ya'ni usulda ishlashini ko'rsatib beradigan eksplutatsion parametrlar bo'ladi. O'sha eksplutatsion parametrlarning bajarilishini aniqlash va uni tekshirish. Так, hozir murojaatlar bo'lyapti, uchastniklarga yozib olishga ruxsat bering. То есть дайте возможность записи к участникам. Честно говоря, я буду сейчас стараться вот это... Так, минуту. Так. Разрешат заблокировать, включать зал ожидания, включить звук, попросить всех включить звук, зарешить. Так, разрешать член применить сигнал, когда включить зал ожидания. Так, демек, харилар, ман ортыша настройкаге вақт сарфламайман. Узымызда запись кетіпті, то есть у нас идет запись. Мы будем посмотреть вот эту запись, будем у себя сохранить. Эта запись будем скинуть, если это будет все возможно и доступно. Но мы будем максимально стараться. Я, допустим, скрытый какой-то там семинар не хотел, поэтому открытый семинар хотел, поэтому не переживайте. Вот это будем скинуть. Просим еще там в чат, если у вас какой-то вопрос именно касательно темы, задавайте, пожалуйста. Так.
Теперь валидация, верификация методов и валидация методов, почему для нас это считается важным, и это почему мы должны выполнять, немножко об этом. Да? То есть 17.25, как мы много раз говорили, что до внедрения методов в работу лаборатории должна подтвердить, что она может надлежащим образом применять выбранные методы, обеспечивая требуемое исполнение. Записи о верификации должны сохраняться. Если изменения в метод были внесены организацией разработчиком, то верификация должна быть проведена повторно в необходимом объеме. То есть до внедрения методов лаборатория должна подтвердить. То есть вот эта верификация, да, решает много чего важные вопросы. Почему? Потому что если верификация есть, лаборатория сам убедится, он действительно может выполнять требования метода. Все необходимые ресурсы имеются у него. Все навыки есть, он может получить результат. То есть вот это, если подтверждается, это значит будет верификация. То есть лаборатория вот это верифицировала. То есть, как всем известно, допустим, лаборатории есть такие, да, вот заявляет 5000 методов, 3000 методов, допустим, да. Вы правильно поймите, мы все равно не можем более два недели вот это установить. Мы можем, то есть орган по аккредитации может не успеть вот это все проверить. Поэтому важно, чтобы вы сами сначала убедились, вы сами получили правильно достоверные результаты. Поэтому записи о верификации должны сохраняться. Вот это есть как требование стандарта. Поэтому сейчас орган по аккредитации больше внимания обращается именно на запись верификации, то есть лаборатория насколько провел первичные записи и окончательные записи по верификации, как он убедился, что у него данный метод действительно работает. Да? То есть на узбекчасыга отсек, демек, сол лабораторияга жарий кылынышдан алдын, хакыкатта у тасдыкланышы керек, у лабораторияда таңланган методты узыдеги бар күч кудрат билан, надлежащим образом дегенде, узыдеги бар имконият билан, уну коллай алышыны тасдыклаш керек. Яни бажарылышы шарт болган нерселерни, обеспечивая требуемое исполнение, демек, talab etilayotgan bajarilish shart bo'lgan narsalarni, bajarilish kerak bo'lgan narsalarni ta'minlash orqali o'sha metodni, usulni laboratoriyada ishlatish mumkinligi to'g'risida ishonch hosil qilish kerak. Demak, va o'sha ishonch hosil qilish to'g'risida yozuvlar yuritgan bo'lsa, bu yozuvlar saqlanishi kerak. Demak, bu yerda albatta bir narsaga e'tiborni qaratishimiz kerak, hurmatli seminar qatnashchilari. Bu yerda bu osonlikcha hal bo'ladigan narsa emas, bitta shablon bilan yechiladigan narsa emas. Qaysidir bitta shablonni butun laboratoriyalarga joriy qilib tashlaydigan protsedura ham emas, tartib-taomil ham emas. Bu narsa laboratoriyani o'zidan kelib chiqadigan, o'zining salohiyatidan kelib chiqadigan protsedura, tartib-taomil. Endi bu verifikatsiyani, usullarni verifikatsiyasini amalga oshirishda albatta, nima uchun muhim deb hisoblaymiz, uni ruschasida aytib o'tdik, yana o'zbekchada ham bir takrorlashimiz kerak. Nima uchun bunchalik muhim? Chunki bilasizlar, juda ham ko'plab metodlar akkreditatsiya uchun taqdim qilinishi mumkin. Undan tashqari, birinchi o'rinda laboratoriyaning o'zi agar ishonch hosil qilsa-yu, keyin akkreditatsiya olishga talabgor bo'lsa, bu albatta mantiqan to'g'ri bo'ladi. Lekin hali o'zi ishonch hosil qilmasdan turib, o'sha usuldagi usulni bajarilishi kerak bo'lgan talablarga o'zini bajarishini ishonch hosil qilmasdan turib, agar bu narsani akkreditatsiya olishga talabgor bo'lsa, bunda mantiq yo'qolib qoladi. Shuning uchun bu narsa albatta kerak. Demak, 5000 talab metodlar bizga akkreditatsiya uchun, akkreditatsiya organiga, idorasiga talabgor sifatida berilgan paytda, albatta birinchi o'rinda verifikatsiyani qilish sifati muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, endi validatsiya to'g'risida gapiramiz. Validatsiya to'g'risida ham bir qisqacha to'xtalamiz. Bu yoq unaqa tez bo'ladigan prezentatsiyalarimiz. Undan keyin rukoyustdan o'ziga o'tamiz. Demak, usullar validatsiyasi. Значит, теперь валидация методов. Лаборатория должна проводить валидацию нестандартных методов, методов, разработанных в лаборатории и стандартных методов, используемых за пределами их области применения.
или каким-либо иным образом модифицированы. Валидация должна быть настолько полной, насколько это необходимо, чтобы отвечать потребностям данного применения или области применения. То есть здесь речь идет о чем? То есть мы почти все боимся от валидации методов. Ну, так не должен быть. Честно говоря, вот много-много там научные работы, там, если смотрим, да, там усовершенствование каких-то приборов, усовершенствование каких-то методов, такие научные дела, там, доктору философии и так далее, защищаются в настоящее время. Мы предлагали вот этот момент тоже. Вот, то есть, если какой-то новый метод разрабатывает, какой-то научный сотрудник, магистрант, аспирант или докторант, то есть сейчас аспиранта нету, да, то есть доктор of science даже, да, доктор наук, то есть, да, если претендующий доктор наук, пусть валидирует вот этот метод, и на уровне ГОСТа вот это будет принятый. А если магистерская диссертация или там доктор философии, да, УЗС, на минимум уровне УЗС пусть принят вот этот стандарт. А то вот это, если будет какой-то усовершенствованный там научная разработка, да, не будет внедрены в настоящей практике. Потому что вот вы практики, да, в лаборатории вы пользуетесь, какие там методы? ГОСТы пользуетесь, ИСО пользуетесь, ГОСТ-Р. И немножко количество УЗС тоже применяете. Так, почему так? Потому что у нас вот эта сфера, именно валидация методов, да, не очень такой развитая. У нас в области стандартизации именно обращение, то есть процесс валидации методов, мы должны это усовершенствовать, улучшить. Да? То есть теперь, что мы хотим сказать? То есть почему это нужно? Вот сейчас во многих лабораториях проблема в чем? То есть ГОСТ или какой-то ИСО пишет, влажность должен быть от 30 до 80%. То есть относительная влажность воздуха от 30 до 80% это пределы, да? То есть вот это требование, почему так? В условиях Узбекистана, допустим, плюс 30 и до 80% влажность обеспечить именно летнее время, допустим, да, сложно, сложновато. Мы для этого покупаем это что? Генератор влажности. Да? То есть что это такое? Вот это методы, все почти, да, от 30 до 80, такое требование, да, почему такое устанавливается? А если 10% что, не будет работать вот этот метод? Если 20% относительно влажности, будет работать метод? Почему тогда так не пишутся в стандартах? Потому что они там разработаны, в России, допустим, Беларуси, или там ИСО, Швейцарии и так далее, да, там влажность высокая. Но хотя некоторые параметры, некоторые важные параметры в пищевке и так далее, да, если там сухие там воздух, да, сухой воздух, он показывает себя хорошо, чем влажный воздух. Поняли, да, о чем? Мы, чтобы это обеспечить исполнение вот этой требования, мы покупаем наоборот генераторы влажности и так далее. Так, теперь какие методики необходимо верифицировать? То есть все методики должны быть верифицированы. Стандартизированные, стандартные и стандартизированные. Там термин я здесь выбрал стандартизированный сейчас. Ну, стандартный метод, хотя это требует наш стандарт. Количественные и качественные все методы должны быть верифицированы. То есть лаборатория сам должен убедиться, действительно он работает в лабораторном условии. То есть лаборатория должен быть получить подтверждение. Теперь, конечно, там вопросы много возникают в этом моменте. Так, почему все методы должны быть верифицированы? Почему? Потому что лаборатория сам должен убедиться. А какой форма верификации? Есть такой форма верификации? Так, я на узбекском языке валидации не говорил, да? Прошу прощения. Так, давайте вот это закончу, и потом на узбекском языке повторно буду. Так, то есть вот эта форма верификации не ограничена, абсолютно произвольна. Если вы доказываете, что у него есть стабильность, у него есть хороший результат, у него выполняются все требования, то, что спрашивает метод, да, тогда у вас есть верификация, вот это принимается. Будем сейчас, я не имею,
usullar validatsiyasiga to'xtalamiz. Demak, usullar validatsiyasi bizda rivojlanish kerak bo'lgan sohalardan deb hisoblaymiz. Chunki bizda juda ham ko'plab yangi metodlarimiz bor, juda ham ko'plab ilmiy ishlarimiz bor. Ilmiy ishlarga taalluqli vazifalarni ko'radigan bo'lsak, demak, usul ishlab chiqish, qaysidir priborni takomillashtirish, qaysidir uskunani takomillashtirish, shunga qaratilgan bo'ladi. Bunda albatta yangi metod o'ylab chiqishga bir zarurat bo'ladi. Buni ilmiy ishlarimizdan ko'plab ko'ramiz. O'sha ilmiy ishlarimizni ko'rganimizda albatta bularga validatsiya qilish talabini belgilashimiz kerak. Balki o'sha metodlarni ishlab chiqayotgan ilmiy xodimlarimiz GOS ko'rinishida qabul qilinishini ta'minlar o'sha metodlarni. GOS ko'rinishida yoki ISO ko'rinishida qabul qilinishini ta'minlasa, uni haqiqatda ishlashini, haqiqatda ilmiy ish joriy qilinganligini ko'ramiz. Bu narsaning muhimligini oddiy misol bilan o'sha havo namligi misolida tushuntirdik hozir. Ya'ni sizlarga tushuntirganimizdek, havoning namligi ko'pchilik standartlarni qarasanglar 30-40% yuqori bo'ladi, 80%gacha bo'ladi. Vaholanki, havoning namligi 10-20% bo'lgan, ya'ni bizning sharoitimizda ham usul o'zini juda ham yaxshi ko'rsatishi mumkin, lekin usuldagi o'sha talab bajarilmayotganligi uchun biz usulni validatsiya qilingan deb hisoblamaymiz, ya'ni verifikatsiya qilingan ham deb hisoblamaymiz. Shuning uchun nima uchun bu 30 dan 80gacha deb qayd qilinadi? Chunki uni validatsiya qilgandagi sharoit validatsiya qilgandagi sharoit bu 30 dan 80gacha taklif qiladi, tashkil qiladi. Endi keyingi slaydimiz, keyingi taqdimotimizda o'sha barcha standartlashgan standart metodlar va bu yerda standartlashgan degan terminni ishlatdik. Aslida standart metodlar demak verifikatsiyaga tushadi. Barcha standart metodlar verifikatsiyaga tushadi. Savol bo'lyapti chat orqali. Vopros dali, vopros zadali, как можно верифицировать качественный. То есть мы еще останавливаемся, в нашей методике есть верификация качественных методов тоже. Вы можете там отсюда там брать информацию, там есть информация, ну, возможно верифицировать. Есть, ну, сначала определить, какие качественные методы, как его верифицировать, там есть в нашем руководстве. Так, второй вопрос. Нужна ли проводить повторную верификацию, если предполагается применять C более модифицирован, чем установленный в ГОС? Так, тауш пасайды, это у всех так? Звук так стал у всех? Йок, яхша, йок, яхша. Хуснио Гульнарапа, бутыр текшерк урасыз. Так, более модифицированный, как понятно, если принцип не меняется, если суть метода не меняется, в принципе, вот эта повторная верификация не нужна. То есть, как повторная валидация не нужна, но повторная верификация нужна, потому что у вас уже усовершенствование идет, как вы сказали, модифицированный, да? Если там более модифицированный, более там усовершенствование иметь в виду, наверное, чем установленный в ГОС. То есть это зависит от уровень модификации. Вот это от этого зависит в основном. То есть если там принцип не меняется, совсем меняется, он даже подлежит валидации. А если он в качестве там прибора там меняется, вот другой новый прибор купили, старый прибор удалили, допустим, да, только в часть точно-точные характеристики, то есть от прибора зависящие сейчас верифицируйте, это будет достаточно. Так, того, что касается ее, вообще хочешь. Энде, был биологический комментарий, как проводится верификация отбора проб? Демек, харейлер, хазыр, маузудан жудем, читляшки тадыган, саваллар берли апты, махсопка поэман. Демек, отбор проб тоже подлежит верификацию. Как установлено требование, установлено требование для отбора проб, вы вот это выполняете, это будет верификация. Если при отборе проб, там, допустим, применять какой-то инструмент и так далее, и точностные характеристики. Так, сейчас минуту.
Так, уважаемые участники, прошу прощения. Так, значит, именно по отбору проб. Если там у вас в методе написано, что как отбирается проб, да, во-первых, вот это вы должны проверить. Все требования по условию отбора проб. Какие инструменты применяются для отбора проб. Если там есть количественное что-то определить, да, и потом можно там расчетную часть посмотреть. Вообще-то здесь я должен отметить, то есть верификация – это не расчет СКО, не только там расчет СКО, или там не только расчет какой-то там воспроизводимости или правильности и так далее, не только. Верификация методика, в первую очередь, это внедрение метода. Там не только там точности требований, там не только там эксплуатационные характеристики применяются, там вы должны получить результат. При получении результата все требования метода вы должны выполнять. Вот это в первую очередь верификация. Потом, насколько он стабильно, насколько он прецензионно, то есть друг друга повторяется, то есть стабильность есть или нет, да? Вот эта часть уже расчетная часть. То есть сейчас вы не должны доверять ты консультант или какой-то там, да, что если он только делает расчет, это не верификация. Верификация – это внедрение метода, все требования. Основные вот это, если момент есть, даже можно посмотреть сроки, да, вот это расчетная часть на дальнейший там период там это рассчитать. То есть об этом еще останавливаем, в этой руководстве вот это написано. Демек, на самом деле, в чем керек, верификация дегенде факат хсоп ктопы чум помейлер, верификация бы хсоп ктопы не борат, факат хсоп ктопы не борат нарсе емес, верификация да усулды, белгиленген талаблар, ханчалик бажарлайтганлигини, албатта, көріп чыгыш керек. Уйерде ускунага талап бар, масалан, намунаны танлаш боладыган болса хам, оша намунаны tanlashga bo'lgan talablar nimalar, qanaqa instrumentdan foydalanasiz, qayerdan tanlaysiz, ularni bir qilib, o'zingizga ishonch hosil qilishingiz bu verifikatsiya bo'ladi. Va agar o'lchashdan keyin, natija olishdan keyin uni stabilligi, barqarorligi va uni to'g'riligiga ishonch hosil qilish uchun, har qanday o'sha etalon bilan solishtirganda ham to'g'ri natija olyapmizmi yoki yo'q, o'shanga ishonch hosil qilish uchun biz hisob-kitoblarni amalga oshiramiz. Har qanday bir консультант, ya'ni совет beradigan, maslahat beruvchi ham obyektlarni yoki shaxslarni oladigan bo'lsanglar ham, albatta birinchi sizlarni beradigan savolinglar, mayli jalb qilishinglar, har qancha jalb qilishinglar, kimni jalb qilishinglar, o'zingizlarni ishlanglar, lekin birinchi o'rinda o'zingizlar o'shani tushunib yetishinglar kerak. O'zingizlar o'shani tushunib, kerak bo'lsa himoya qila oladigan darajada bo'lishinglar kerak. Bu narsa albatta asosiy mezon hisoblanadi. O'sha stabillik, ya'ni barqarorlik va to'g'rilikni baholashga kelgandagina hisob-kitobga ehtiyoj tug'iladi. O'shanday o'sha SQL deymiz ruschasiga, standart o'rtacha средний квадратический отклонение, demak o'rtacha kvadrat olish, unga o'xshagan hisob-kitob bilan keyin hisoblashimiz mumkin. Xo'p, demak, к валидации подлежит нестандартный, нестандартизированный, здесь написано, но нестандартный правильный термин, чем методика, разработанная испытательной лабораторией, модифицированная испытательной лабораторией, методика количественные и качественные, все подлежит. Демек, мостандарт усуллар, лаборатория томонна штаб чилган усуллар, ва узгартырылган усуллар, модификация кылынган узгартырылган усуллар. Бу усуллар хам намуна танлаш, хам сынау усуллары, хам улчаш усуллары болушу мүмкін. Так, теперь начинаем рассказать о руководстве, да? Так, при верификации метода обязательно лишь полученный результат в соответствии с техническим требованием на продукцию. Так, технические требования на продукцию обычно не устанавливают для метода требования, обычно, да? Если есть конкретные требования, и это является обязательным требованием, обязательно должен он выполняться. Ну, честно говоря, на практике вот это технические требования на продукцию в основном для метода не устанавливает требования. Так, теперь, согласно какого документа провести валидацию и верификацию, да?
То есть бізде, демек, УЗАК R12, вот это только разработали, вот внедряем, да, для валидации, для верификации это подходит. А валидация химических методов, то, что применяем там стандартные образцы и так далее, да, более применимо вот это 8.072. Но для всех методов может руководствоваться УЗАК R12. Теперь, международный опыт, если мы изучаем, да, сейчас минуту. Так, минуту. Изучали, тогда по валидации есть ISO 57-25. Первый до шестого часа – это именно подробный анализ, подробная информация, как валидировать, как определить характеристики методики, да, там подробнее есть. По верификации единственный документ для всех видов методов, да, в ISO не принят еще по верификации, честно. Но есть специфичные документы по валидации и верификации микробиологических методов ISO 16140, а по валидации и верификации методов по защите растений, да, карантинные лаборатории обычно применяют. Это европейский ЕПО есть. По валидации в области химии есть Еврохим, АОК, АОАСИ, НМКЛ, есть такие методики. Так, еще на национальном уровне вот мы смотрели, вот теперь, если мы изучали документы других стран, допустим, в Австралии есть документ НАТО, многие из вас это, об этом знают, уже, наверное, читали многие там специалисты среди нас, и туркаковские рекомендации есть, только он на турецком языке, есть еще КЦА, это на русском языке, это кыргызские наши коллеги, разработали или и приняли вот это, да? Так, с учетом данной нынешней вот этой ситуации мы приняли УЗАК R12. Честно говоря, вот следующий слайд нам покажет об этом, да? Узбекчасы енді айтып отырған болсам. Узбекчасы, да, демек, усулдар валидациясы ва верификациясы бойынша халықаралық хүджетлер органында немало говорено, димек, ISO 5725 по валидации будущее, тола полностью маломат беру алады, верификация будущее, усулдар верификациясы будущее, бір ягана ISO-ны худжатыны кормеймиз, лекен базы бір специфик хақалар үчін бу бар, яғни микробиологик усулдар үчін, уланы верификациясы үчін, валидация үчін, 16140 деген стандарты көрсейлер, бұл тоғырсы маломат бар. Енді карантин сахасында ЕПО стандартлары, химия сахасында Еврохим стандартлары бар, албатты. Фармацевтика сахасын өзіні хүджетлары бар, китаплары бар, бұл бойынша қызық өткізіп, қызық көрсейлі болады, тарқыл мағлұматлар берілген. Енді олардан келіп шыққан қалды. Қала берсе, ұша бүтін дүниада дәулетлеріне тәжірибасын өргенген қалады. Австралияны, Түркияны, Қырғызстанның тәжірибасын өргенген қалады. Şu uzumuzu uzak R12 yani kullanmamızı kabul kıldık. Bu onu kabul kılış jarayonunda nimalarga itibar berilgan, ular bilan qanaqa bir solishtirishlar o'tkazilganligi to'g'risida keyingi slaydda ma'lumot bor. Demek qisqacha to'xtalib o'tamiz bunga. Demek keyingi slaydimiz. Demek согласно 17.025 пункт 7.2.2 здесь способы валидации проведения, да, вот шесть способов. Честно говоря, старая редакция, да, проверка устойчивости метода, да, не привел старая редакция стандарта. Вот эта редакция, вот это включил. Так, здесь есть основа, то есть вот это сам стандарт 17.025 ссылается на ISO 57.25. Так, для всех получили там, допустим, основу, ну, основные моменты мы брали от этого стандарта.
57-25. Ну, каждый источник мы старались по возможности ссылаться в самом руководстве. И вот по неопределенности ISO Guide 98.3 мы старались туда обращаться, потому что здесь общепринятие, которые по неопределенности все нормы есть. Но здесь есть еще один момент. 57.25 тоже в каком-то смысле рассчитывает неопределенность. Еще есть ISO 21.748, да? Они тоже устанавливают к неопределенности. И 17.025 ссылается туда, но у нас пока опыта не хватает, как освоить неопределенность по результатам, которые по 57.25 и ISO 21.748. Поэтому мы пока вот ограничились только с этим стандартом. Здесь вот такие там характеристики определяются по этим способам. Ну, здесь подробный там становится не нужен. Как, что вычисляется там, ISCO, прецензионность, воспроизводимость, погрешность, то есть смещение. Правильность, вот это все для оценки правильности и воспроизводимости и неопределенности. Да? То есть, согласно то есть нашего руководства, то есть это самый важный момент, один из, да? Методы бывают эксплуатационные характеристики, эксплуатационные параметры метода. Что такое эксплуатационные параметры метода? В руководстве есть. То есть это эксплуатационные параметры показывают, что действительно метод работает. То есть это индикатор метода. Демек, бу сулары, штаб чечта, демек, унит 0.25-те келтірілген 6-ті йолдан файдаланыш тасы етілген. Албатта, бу 6-ті йолды амалыға ашырышта, реализация қылыш үшін. Бізді үші таланген манбаларын қысқача етіп өтіш керек. 57.25, 13.28, 13.28 ва SOEC Guide 98.3 göz görünüşte 34.100 стандарты қабыл қылынған. Демек, мана шу стандартлардан, демек, пайдаланышымыз мүмкін. Пайдаланылған. Қолламан ішлеп чыққанша, демек, савал, валидация ва верификация ташқа тегішлісін трансфер қылып, хам жоғары қылыш мүмкін. Шу бойынша хам қысқача мағлымат болса, яқшы болады. Мүмкін қазар вақт қалса, берамыз. Трансфер қылып, хам жоғары қылыш мүмкін. Хоп, яқшы, көріп шығамыз. Сізді нөмәдер мақшы бұған езден көріп шығамыз. Кейінгі слайдымызды, демек, сүлләні эксплуатацион параметрларыны қайсы валидацияда, верификацияда анығылаш тоғырса тоқталғанымыз. Бұ, албатта, мұхым моментлардан бірі. Мұхым жойы, бұ, руковод сұтамызден. Демек, қарайлы, көпчілік халқаро ташкілатланы стандартларады, құджетларады. Қалай осы айтып өткенімізді, үшті дәуелатты құджеті дейм, мана бұл рухат жүді кейн, жүді кейн. Яны бізі инагда деп, яны базыда деген ұзақ қалдырдық. Немеге? Чүнкі бұл ұзақ, инагда деген ұзақ, үсілге қарап талап қылынса кен анықлайсыз. Бұл маса, әгер үсіл талап қымай еткен бұлса, фақат анығлик ва takrorlanuvchanlik, qayta tiklanuvchanligi aniqlab qo'yishni o'zi bilan chegaralanib qo'yasiz, xolos. Bu verifikatsiya davomida qilinadigan ish. Endi validatsiyada hamma parametrni ko'rib chiqishimiz kerak bir martadan. Endi haqli savol tug'iladi. Ba'zi bir soha vakillari bor. Ularning soha vakillarida metodda deyarli mana bu narsalarni hech qaysini uchratmaymiz. Lekin ular bilishlari kerakki, hozir bu yerda количественный метод to'g'risida gap ketyapti, ya'ni miqdoriy usullar to'g'risida gap ketyapti. Bu yerdagi har bir parametrni, ko'rib chiqishimiz nima uchun kerak? Chunki siz mohiyatan uni ko'rib chiqmasangiz, usulingiz to'liq validatsiya qilingan bo'lmaydi. Nimaga? Mana bitta misol keltiraman. Siz agar faqat bitta qurilmani qo'llash orqali natija oladigan bo'lsangiz, qurilmangiz diapazon ahamiyatga ega. Usulingizni aniqligi qurilmangizni aniqligiga bog'langan bo'lishi mumkin. Qurilmangiz aniqligidan tashqari sezgirligi ahamiyatga ega.
o'lchashlar noaniqligi bevosita natijaga ta'sir qiladi. Buni bilasizlar, qaror qabul qilish qoidasi bor, pravoprinat reshenie deydi. Buni aniqlash kerak. Endi predel obnarujeniya bor. Ya'ni priboriz ko'rsatgan natijani siz natija deb qabul qila olmaysiz. Priborizni obnarujet qiladigan, ya'ni payqashni boshlagandan boshlab o'lchashni boshlagan chegarasini ajrata olishingiz kerak. Bu narsa ham kerak. Bu validatsiyada kerak bo'ladigan masala. Zbiradelnis metodi, ya'ni usulning tanlovchanligi deb tarjima qilindi. Usul aynan o'sha obyektga mo'ljallanganmi yoki yo'q? Agar o'sha obyektdan boshqa yana qanaqadir ko'rsatkichlar o'zgaradigan bo'lsa, usulingizdagi o'lchash xato bo'lib qolmaydimi? Buni ham ko'rish kerak. Usuldagi chiziqlilikni ko'rish kerak. Bu o'sha priborizni o'zi bilan tasdiqlanib qo'yilishi mumkin. Masalan, elektrotexnika, fizik mexanik usullarda bu narsalar deyarli qaralmaydi-da. Lekin bu narsani o'sha pribor bilan ko'rish yetarli bo'ladi. Bu validatsiyada ham bo'ladigan narsa. Demak, takrorlanuvchanlik va qayta tikrorlanuvchanlikka to'xtalgan usul qo'llanmada, demak, har xil tashqi ta'sirlarga chidamlilik. Harorat 1 gradusga o'zgarsa yoki yarim gradusga o'zgarsa yoki bo'lmasa qanaqadir muhit o'zgarib ketsa, kichkina o'zgarib ketsa, siz usulingiz qanchalik unga mustahkamligini tekshirishingiz kerak. Va o'sha usulingiz mo'ljallangan moddalar bor. Ya'ni obus preminentatsiyada moddalar yoki mahsulotlar bor. O'sha har bir mahsulotga nisbatan mo'ljallanganmi yoki yo'qmi, uni ham tekshirish kerak. Bu narsa ustoychivostga effektni vliyaniy matrisa matrits obrasi obrazsa или spetum obyekt smeshenie degan oxirgi parametrni keltirdik. Bu parametrlarning hammasi ISO 17025 dan olingan. Так, теперь на русском языке здесь основные эксплуатационные параметры метода. Это получено, то есть здесь приведение из пункта стандартов 7.2.2. Там есть часть примечания, если посмотрите. Вот это все написано, последовательно написано. То есть при валидации все вы должны посмотреть. Я именно исключительно случаев рассказываю, то есть электротехника, физика, механика, да, для таких отраслей вот эта вещь, допустим, вам может неизвестна, но вы с точки зрения прибора вы должны посмотреть на эти моменты. Так, при верификации точность и повторяемость, да, обязательно определить для всех количественных методов, остальных для остальных это иногда требуется. То есть, если метод сам требует, тогда требуется. Так, совал, почему при верификации неопределенность результатов измерений иногда? Так, знаете, что если вот, допустим, невнедримо, да, неопределенность иногда будет невнедрима. Для таких моментов мы не можем ставить требования обязательно вычислять неопределенность. Есть такие испытания, да, допустим, осуществляйте с помощью автомобильных весов. При там осуществлении измерения с помощью автомобильных весов вы должны калибровать весы автомобильный, да, вот это не имеет смысла. Во всем мире такого практика отсутствует. То есть калибровка весов автомобильных. Ну, такие моменты много привести, да. То есть неопределенность всегда обязательно вот это поставить. Это иногда нелогично. Поэтому так. Спасибо за вопрос. Так, давайте следующий. Теперь анализируем. Вот, допустим, если посмотреть другие страны, которые разработали общее руководство для всех методов, да, вот НАТО, допустим, при валидации, вот это, при верификации все это, не всегда, то есть неопределенность не всегда требуют они, устойчивость к внешним воздействиям не всегда требуют, устойчивость остальные тоже не всегда требуют, но для всех остальных они требуют. Ну, они в самом там своих руководствах так и написали. Туркак в основном три вот это требует, то есть неопределенность вот это, да, и остальные не всегда требуют. Наши кыргызские коллеги, вот это точность и повторяемость и воспроизводимость, да, пишут, вот, допустим, избирательность метода при верификации они не требуют, чувствительность тоже не требует. Устойчивость и оба там не требуются. Почему мы не всегда написали? Потому что есть некоторые методы, да,
может потребоваться при верификации. Требуется. Вот, допустим, специфичность, то есть избирательность метода, да? Если при валидации он считается, что он предназначен для какого-то элемента, для какого-то продукта, тогда вот эта специфичность, то есть избирательность, при верификации, по сути, не должны это определить, при верификации. Но почему тогда вот эти два сторона ставят такое требование? Определить. Потому что не все методы, да, для всех условий будет предназначен для какого-то элемента. Да? Поэтому вот это может потребоваться при верификации. Даже некоторые методы, да, для верификации ссылаются определить избирательность метода. Поэтому мы тоже ставили требования не всегда. Если ваш метод будет требовать, вы должны определить. Так, выводы, да, то есть мы, конечно, вот эти выводы свои отправим соответствующие технические комитеты ИСО и МГС, чтобы они разработали единые требования, конечно, у нас бы тоже было время, согласно чего, почему у нас разный источник, почему мы согласно разного источника должны работать, единый документ дайте, на что там соблюдаться и так далее. Такой много вопросов было. Ну, конечно, я думаю, это вопрос не только у нас. Везде есть. Вот, допустим, российские эксперты говорят тоже, у них тоже есть подход по-другому для химической отрасли вот так, для электротехники вот так и так далее. Да? Они тоже нуждаются, чтобы был единый документ. Есть РМГ, он для химических методов. Есть еще там, допустим, ИСО, он для микробиологии, он для химии и так далее. Да? Но для всех видов методов нужно единое руководство. Так, короткая презентация в этом заключается. Теперь я буду показать, как вы будете это через нашего сайта найти. Это руководство. Сегодняшняя наша тема, конечно, посвящена именно по поводу руководства по валидации и верификации наше принятое. Значит, зайдем на сайт akred.uz. Узбекчада доклад хамадам. Узур Сурейман, узбекзабон мутахассислардан. Демек, ахырге кысымда біз өзіміз фикірімізді білдірдік. Демек, яғни, bir yagona hujjat qabul qilinishi kerak xalqaro darajada ham va davlatlararo darajada ham chunki hamma davlatlarni ko'radigan bo'lsak hamma davlatlarda bu narsaga ehtiyoj bor va bu narsa bo'yicha har xillik bor albatta bu narsa agar ILAC qilib qaraydigan bo'lsak ILAC Avstraliyada joylashgan bo'lsa ILAC uchun штаб-квартира Австралия жойлашганса, Австралияда давлат өзү үчүн руководство койгон. Чүнки ар хиллик болмасы керек, жондошу бир хил болуш керек. Анан ошо нуктай назардан бу иш кылынган. Хош, демек савол бар чатымызда. Руководство есть на русском языке. Так, жакшы савол. Я ожидал такой вопрос. Руководство сейчас разрабатывается на русском языке, но пока на русском языке он нет. На узбекском языке есть. Но в дальнейшем русский язык, когда будет готово, будем это размещать на сайте. Так, значит, посмотрите, akred.uz зайдете, есть раздел документация, документы центра, документы аккредитации, здесь есть часть руководства, вот УЗАК R12, скачать, вот он скачивает, вот уже скачано. Узбек забон семинар қатнашчылары үшін көрсетеміз бұл нәрсені. Демек, akred.uz деген сайтқа кіреміз. akred.uz сайтқа кіргеннен кейін өзбекше бөлімге кірасыла ва хүджетлер бөлімінде марказ хүджетлері аккредитация хүджетлері бөлімге кірасыла ва қолданмаларға бөлімге кіргеннен кейін qo'llanmalar bo'limiga kirgandan keyin mana UZAK RMK'ni yuklab oling deb bitta bossanglar, demak, sizga yuklab beradi.
Demak, usullar validatsiyasi va verifikatsiyasi bo'yicha qo'llanma. Вопрос задавали, на русском языке есть или нет. Ну да, это этап, пока это при этапе разработки, на русском языке он переводится, только на узбекском языке. Кыскача мундарижа шу. Демек, мундарижа, албатта, 60 вараглы худжат үшін umumiy qilib berilgan, ya'ni verifikatsiya bo'yicha qayerdan ma'lumot olamiz, validatsiya bo'yicha qayerdan ma'lumot olamiz, nimalarni aniqlaymiz, qanaqa rejalashtiramiz, predel bo'lsa nima qilamiz, bo'lmasa nima qilamiz, ular to'g'risida batafsil ma'lumot berilgan. Men bugungi seminarda bu narsalar to'g'risida batafsil ma'lumot bera olmayman, bu imkonsiz. Bu bir kunda bo'ladigan ish ham emas. Kelgusida o'sha markazda tashkil etiladigan seminarlarda bu to'g'risida ma'lumot beramiz. Ya'ni o'sha kurslarda, o'quv kurslarida bunga bu mavzuda kurslar tashkil etish rejamizda bor. Yaqin oylarda inshaalloh. Так, значит, это на русском языке тоже буду объяснять. Значит, если вы скачивали вот это руководство, да, руководство по валидации и верификации методик, на узбекском языке, к сожалению, пока только на русском языке в этапе перевода. Так, здесь есть содержание. В части содержания можете там посмотреть. При верификации что определяется, при валидации что определяется, как планируется, когда верификация, когда валидация, какие параметры выбрать, такие там требования здесь написаны, и какие вот для качественных методов, для субъективных методов тоже здесь написано, что как, что определяется. Допустим, избирательность, лот и лоды, и локи, так, какие параметры определяются, и особенно для калибровочных органов, да, как верифицируются, валидируются методы калибровки, в ежедневной основе какие там изменения может происходить, как это мониторить и так далее. Да. И часть библиография. Если вы будете там почитать руководство, да, в руководстве есть ссылка, вот таким образом дали ссылка, это общепринятая норма, да. Если четвертый там литература смотрите, да, вот это определение именно от четвертого литературы. Так, здесь вопросы, наверное, много. Хорошо. Так, заново покажите. При приобретении ГСО поставщик обязательно ли должен быть аккредитованный по сертификации 17034? Так, техностандарт, мне такой вопрос задавали. Значит, при приобретении ГСО поставщик, если проводит самооценка, если привлекает кого-то, да, это кого-то будет оценить и дает какой-то свой результат оценки, да, или он проводит самооценка, или аккредитация, да, вот это все признается. Мы свои политики об этом написали. То, что там механизм я показал, как скачивать вот это, да. УЗАК П-11, политика по прослеживаемости, если посмотреть, если не ошибаюсь, так вот, из СИОСАД, да, вот политика. Так, П-11, если прочитаете, там все подробно написано, что это не обязательная аккредитация. Он самооценка делает, да, покажет, что у него действительно 17034 есть. Вот эта самооценка посмотрим, если действительно он необходимые требования выполняет, тогда признается. Так, заново покажите, что-то вы быстро. Ну, заново вопрос задавали. Так, что заново показать? Можно повторить этот процесс, который вы нашли документы на сайте Акредус? Хорошо, я покажу еще раз. Обращайте внимание. Значит, набираем akred.us. Акред здесь после Р, обязательно Е нужна, я не писал,
Вот зайдете, да? Так, ждем. Так, теперь раздел «Худжатлар». На русском языке раздел «Документы», «Документация», то есть «Документы центра», «Документы центра», «Документы аккредитации» и раздел «Руководство». Вот. И здесь можете скачивать. Понятно, да, теперь? Так, теперь я готов услышать ваше там мнение, вопросы. Конечно, мы не сможем все рассказать сейчас, объяснить, что, как определить. Но это для подробности. Мы организуем специальные учебные курсы в будущем. Теперь можете задавать вопросы. Вот здесь есть один момент, то есть если вы прочитаете, да, при переводе даже через Google переводчик или Яндекс переводчик, да, если не получается, да, здесь далее узбекская терминология, самый многоприменяемый, да, и русская терминология, и на английском, да, как он переводится. На узбекском языке мы как перевели. Так, вопрос. Не открывается этот раздел. Так. Если не открывается этот раздел, у вас что-то не разрешили, еще раз повторяю, там вот документы центра, документы аккредитации, да, здесь правая кнопка мышь нажимаете, да, вы открыть ссылку в новой редакции, если открываете, да, вот это окно будет открыто на новые окна. Повторяю, если это не открывается, у вас какой-то копий может не разрешен или что-то, или не установлен, да, вот, дайте, вот, документация, документ центра, вот это, то после нажатия, если не открывается, да, правой кнопкой нажимаете, открыть ссылку в новом экране, новое окно, и вы можете вот оттуда ознакомиться. Руководство. Вот. Все, Ислам Хакимов, получилось? Mayli, og'zaki beramiz. Faqat tartib bilan berishga harakat qilinglar, iltimos. Xo'sh. O'ylaymanki, o'sha biz o'ylagan tartibsizlik yuzaga kelmaydi. Xo'sh. Hozir разрешат всем участникам включать свой звук. Демек, мана хаммага овоз яхшига рухсат берилди. Савол беришингизлар мумкин, марҳамат. Фақат тартиб билан. Марҳамат, хоҳловчилар. Саволлар борми? Qo'l ko'tarish degan funksiya bor. Ist funksiya podnyat ruku. Xo'sh, bu funksiyani men qatdan ko'raman, bitta yo'q. Menimcha shunda zuvni yoqib gapirishga ruxsat bor hozir. Hozircha gapirishingiz mumkin, qo'l ko'tarmasdan ham. Shu odam berishsa navbat bilan beriladi. Hozir navbat qilmasak ham hozircha savollar yo'q. Mahmudjon. Labbay, assalomu alaykum, Zohid aka. Yaxshimisiz? Zohid aka. Aha, eshitaman Zohid aka. Bu mana shu qo'llanmani UzAk tomonidan ishlab chiqarilishi juda katta yutuq bo'pti biz uchun. Rahmat. Juda minnatdorchilik bildiramiz. Ilgari usullarimizni verifikatsiya qilmoqchi bo'lsak, bu profil labni materiallari Yevrohim Sitak laboratoriyalarining materiallaridan foydalanardik. U yoqdan bu yoqqa sakrab qiynalar edik. Mana bu qo'llanmani chiqishi juda ma'qul ish bo'pti. Rahmat. Endi bitta menda bitta fikr bor edi. Siz bunga qanday qaraysiz? Haqiqatan
laboratuvarlarının sınav usulleri türlü tüman bölgeliği için ularını verifikasyasını amalga aşırıştı bitti unifikasyonu bir usulü işler çıkıştıyım her dikkatle. Her bir laboratuvarı uzun usulünü uzu verifikasyon kılış gerek uzun iş karakteriden gelip çıkan oldu ama elbette. Ama şu verifikasyon cereyonunu okurdu yazıvlar buluş gerek degen joyu bor. Laboratuvarı yazıvlarını amalga aşırış gerek. O şu siz aytkenizde üslubunu tatbik etiş, o şu üslubunu amalga aşırış, o şu sınav vasıtaları, sınav vasıtalarını kullanış, personalini kompetensiyası, bunların hepsini amalga aşırgandan kiyin, sop-kitap işlerini kıladı yu. Sop-kitap işlerini kıladı, statistike kıladı. O şey meyyori hüccet talep kılgın verifikasyon mezonlarını bilgileyin. Kriteri verifikasyonlarını. Şu mezonlarga bacarılgın ölçov şu mezonlarga mos gelişini tamirlash kerak. Oxirida şu yozuvlarni bir xil bir protokol verifikatsiya tarzida amalga oshirish kerakmi? Xo'sh, verifikatsiya bo'yicha произвольная форма, unaqa ixtiyoriy форма. Eng muhimi o'sha usulni laboratoriyada joriy qilinganligini ko'rsatib bersa bo'ldi. U bir xil formaga keltirish yoki qaysidir bitta tashkilot ishlab chiqqan normani umumiy deb qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki usullar juda ham har xil. Har xil usulda har xilcha me'yorlar belgilangan. O'shaning uchun har kim o'zicha yondashsa, har kim o'zini metodidan kelib chiqib yondashsa, albatta to'g'riroq bo'ladi. Chunki laboratoriyadagi sharoit har xil, laboratoriyadagi uskuna har xil va o'sha sohalar ham har xil. O'shaning uchun verifikatsiyaga yagona bitta formani yaratish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Qanchaga yagona forma yaratish mumkin emas. Iloji yo'q-da buni endi. Juda xilmat. Ammo oxirgi, masalan, tasdiqlash protokol bilan bayonnoma bilan tarzidami qandaydir tasdiqlanish kerak-ku, masalan, laboratoriya sinovni bajarish uchun mana shunday sharoitlarda ishladi. Sharoitni mosligini konstatatsiya qilish kerak. Vositalarini kalibrlanganligi, qiyoslanganligi haqida ma'lumotlar bo'lish kerak. Personalni vakolatligi haqida ma'lumotlar bo'lish kerak. Shu ma'lumotlarni yozib, mana endi eng asosiy narsa sinov usulida GOSTda kriteriy приемлемости degan talablar bor. Masalan, bizni metodda oladigan bo'lsak, mana bizda kontrol качества мерений degan narsani GOST talab qiladi. Gradirovkani talab qiladi, precizionnost, kontrol точности измерений. Mana shu hisob kitoblarni Excelda amalga oshiramiz. Mana shu prilojeniya qilib bitta protokol yozishimiz kerakmi yoki ixtiyoriy tarzda shu yozib ketsa bo'ladi? Ixtiyoriy tarzda o'sha ma'lumotlarni aks ettirsangiz bo'laveradi. Zapis deb nomlaysizmi, dalolatnoma deb nomlaysizmi, akt deysizmi, protokol deysizmi, ixtiyoriy tarzda bo'laveradi. Demak, verifikatsiyada belgilab ko'rsatyapsiz. Mana shu verifikatsiyada mana shu savollar yoritilishi kerak. Yoritilish. Ichki tavsiflardan oldin o'sha повторяемостьdan oldin, takrorlanuvchanlikdan oldin, oraliq pretsenzionlikdan oldin bu narsalar ko'rilishi kerak. Va iloji bo'lsa bitta protokol olish kerak. Yaxshi o'sha protokoldan
kerakli kalitsiyada olinish kerak, ya'ni bayonnoma ham olinish kerak. O'sha bayonnoma ham o'sha usulda vnedreniya joriy qilinganligini ko'rsatib beradigan bir asosiy indikator, asosiy indikatorlardan biri. Protokol yozilgandan keyin shu protokolni tasdiqlab shu sinov usuli laboratoriyaga tatbiq etilganligini rahbariyat tomonidan tasdiqlab qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Хош. Записи по верификации должны сохраняться, деген талап бор, яъни оша верификация бўйича ёзувларда оша нарсалар акт этиш керак, да? Яъни халқаро стандартлар зоҳдаги мажбурий форма белгилашдан қочади. Чунки лаборатория ҳам ўзига қўйиб беради, чунки ихтиёрий шаклда, масалан, жуда ҳам бир man akkreditatsiya organi tasavvur qilmagan отчетlar ham yuzaga kelishi mumkin-da. Ya'ni bu taraqqiyotni to'sishga borib qolish kerak emas. Albatta mana shu formada berishing kerak отчет degan narsadan yiroq bo'lishga chaqiradi xalqaro standartlar. Tushunarli. Rahmat. Rahmat. Rahmat savol uchun. Bersin, salomat bo'ling. Omon bo'ling, yaxshilang. Rahmat. Xo'p, yana savol berishdi. Chat orqali. Verifikatsiya pravilnost bilan tugashi kerak, lekin balki men noto'g'ri tushungandirman. Nimaga neapriliyons haqida gap bo'lmayapti? Demak, verifikatsiyani tushuntirdik. Verifikatsiyada, demak, ish parametrlarining bittasi pravilnost, ya'ni to'g'rilik. To'g'rilik o'sha parametrlarni tekshirishdan oldin mana bu xarakteristikalarni aniqlash to'g'risida gapirdik. Ya'ni mana shu narsalarni aniqlash to'g'risida gapirdik. Bular kerak albatta. Agar qo'llanish mumkin bo'lsa. Endi to'g'rilik har doim ham noaniqlik bilan aniqlanavermaydi. Bizda o'sha keng tarqalayotgan bir manbalar bor. O'sha manbalarda yen faktor rozini qo'llab qo'yishadi-da. Yen faktor uchun noaniqlik albatta majburiy-ku. Ana deydi, endi neapriliyons kerak albatta degan xulosaga boriladi. Endi to'g'rilikni bizda o'sha aniqlikni bitta tashkil etuvchisi bu to'g'rilik. O'sha to'g'rilikni aniqlashda biz faqat yen faktorga emas, t hisob, z skor, ya'ni z pokazatel va z ga ham havola berganmiz. Bu hozir qaytaramiz, hozir mana ko'rsatamiz sizlarga. To'g'rilik, ya'ni og'ish parametrini baholashda pravilnost deb yozganingiz sizniki. O'shanda mana qanaqa baholaymiz deganda demak YN Z Zdan foydalansangiz bo'lishini aytganmiz. Undan tashqari agar recovery deydi inglizchasiga восстановление degan способдан, ya'ni qayta tiklash способидан foydalansangiz, mana bunaqa yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni ozgina analit qo'shib o'sha qo'shgan analitingizni to'g'ri aniqlayaptimi yoki yo'qmi, o'sha yo'lni ham mana shu yo'l formula orqali hisoblashingiz mumkin. Undan tashqari kriteriya bor, o'sha mana bu o'sha kriteriyalarda jadval bor, o'sha jadvalga mos kelishini ham aniqlab qo'yishingiz yetarli bo'ladi. Mana masalan, mana bu jadvalda to'g'rilikka normalar qo'yilgan. Bu asosan o'sha asosan konsentratsiyani aniqlaydiganlar uchun. Demak, mana bu to'g'rilikka kriteriyalar YN, Z, Z talar va T hisob to'g'risida ma'lumot kelgan tepada pastda ham bor, o'sha T hisob. O'sha T rashyot yoki inglizchasiga T test deydi. O'sha T test orqali mana bunaqa tarzda ham baholashingiz mumkin. Ya'ni sizning natijangiz etalon va ISCO, ya'ni o'rtacha kvadratik og'ish va o'lchashlar soniga ko'paytirish orqali va bu T hisobni jadvali bor o'zining. O'sha jadvalga qarab to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak, verifikatsiya pravilnost bilan tugashi kerak. Yana bir bor verifikatsiya nima bilan tugashi kerakligi haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Bu savolga javob yetarli bo'lgan bo'lsa kerak. Tak, uzr, menda ishlamay qoldi, perzavirsiya qilgan vaqtini o'tib ketgandir. In-house kalibrovka bo'yicha ham ma'lumot bersangiz va metodikasi bo'yicha, tarozi bo'yicha. Tak, in-house kalibrovka boshqa
mavzu bo'lishiga qaramay qisqacha ma'lumot beramiz. In-house kalibrovka bu xuddiki siz kalibrlash organida priborni kalibrovka qildirayotgan bo'lsangiz, o'shani laboratoriyani o'zida qilish. Unga ham tegishli metodikalar kerak, tegishli mutaxassis kerak, tegishli sharoit kerak. O'sha usul asosida kalibrlash usuliyati asosida kalibrovka o'tkazasiz. Endi in-house kalibrovkani qaysi pribor bo'yicha qanaqa o'tkazish to'g'risida ma'lumot berishsak, hozir vaqt yo'qotib qo'yamiz va bu in-house kalibrovka faqat sanoqli laboratoriyalarga taalluqli bo'lgani uchun tegishli o'quv kurslariga tashrif buyursangiz, inshaalloh savolingizga javob olasiz. Так, zapiska nima kiradi? Shunga ma'lumot bering. Zapiska kiradigan narsalar ko'p. 17025 standartini ochsanglar, zapiska talablar ko'p. Demak, zapiska bizga qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, tepada verifikatsiya degan razdelimiz bor. E'tibor qilgan bo'lsanglar, usullar verifikatsiyasi degan bo'lim bor. O'sha bu bo'limga kiradigan bo'lsanglar, zapislarga urg'u berilgan. Agar endi verifikatsiyani zapisiga tushunmoqchi bo'lsanglar, nimalar zapis deganda, mana shu narsalari zapiska bo'lish kerak. Mana shu qismlar zapisda bo'lish kerak. Agar nima deydi? Применимо bo'lsa, shunga qo'llab bo'lsa shu narsa. Xo'sh. Yana qanday savollar bor? Verifikatsiya, validatsiya Xitoyda qanaqa yagona dastur bo'yicha joriy etiladi? Xitoy tajribasini halicha o'rganmadik. Xitoy tilini tarjima qilish tarzida qulayliklar bor. Balkim ularda ham bir adashmasam Tayvanda bir metodikasi bor edi. Ularda ham o'sha xalqaro yondashuvlarga asoslanadi. Bitta validatsiya bo'yicha asosan talablar o'sha Natana literaturasiga ko'proq silka qilib bergan edi. Vodni prezentatsiyani ham ulashishning imkoni bormi? Albatta imkoni bor, G'ayrat aka. Inshaalloh tashlaymiz. Tashish shartlari ko'rsatmasa bo'ladi, laboratoriyaga o'rgan sertifikatsiya obrazidan o'tkazadi-ku. Da, tashish shartlarini qaranglar, bu narsalar agar qo'llanilsa va uni sinov natijasiga ta'sir qiladi deb hisoblasangiz, bu narsani ko'rsatishingiz kerak, bo'lmasa shart emas. Hozir 1 daqiqa Demak, tashish shartlari metodni o'zida ko'rsatib belgilangan bo'lsa, siz buni aniqlab qo'yishingiz kerak. Agar usuliy transportirovka deydi. Agar o'sha tashish shartlari ko'rsatilmagan bo'lsa, usulda ko'rsatilmagan bo'lsa, buni belgilashga ehtiyoj yo'q. In-house qayerdan olinadi metodikani? Demak, in-house metodikasini olish, men u metrologlarning ishi, birinchi o'rinda metrolog bo'lgan odam sinov laboratoriyasida bo'lsa ham boshqa joyda bo'lsa, metrolog mutaxassisi jalb qilish kerak yoki o'zi metrolog bo'lsa, o'sha metrolog o'rganish kerak. Ya'ni ushbu o'lchov vositasini asosiy xarakteristikalari nima? O'shani o'rganishingiz kerak. Masalan, tarozi bo'lsa, taroziga Euromet CG18 degan hujjat bor. O'sha Euromet CG18 bo'yicha kalibrovka qilsangiz bo'ladi. Uni RMG formasi ham chiqqan. Agar boshqa pribor ishlatsangiz, masalan, pH metr bo'lsa bo'yicha adashmayotgan bo'lsam Evrohimniki bor, Oymilniki bor, refraktometrga Oymilniki bor, Mozumniki bor. Shunaqa metodikalar olinishi kerak. Demak, rahmat degan javoblar. Kachistvenniy neapolitansk bo'yicha ma'lumot bersangiz. Demak, kachistvenniy usullardagi, ya'ni sifat tavsifli usullardagi noaniqlik bo'yicha ma'lumot bering degan savolni tushundim. Demak, 17025 da aytadi. Agar deydi usul строго запрещает deydi, mana 17025 da o'zini bir og'iz ochadigan bo'lsak, 17025 menda hozir yo'q ekan. Demak, bu og'izga javob berishga to'g'ri keladi. Demak, agar sifat tavsifli usul, ya'ni качественный метод berilsa, unda noaniqligini o'sha gamga asosan baholash imkoniyati bo'lmaydi. Shunaqa hollarda sizda noaniqlikni baholashga ehtiyoj tug'ilsa va bu narsa sizni natijangizga ta'sir qilishini hisobga olsangiz, demak bizda berilgan, ya'ni sifat tavsifli usullarda nimalarni aniqlash kerakligi to'g'risida ma'lumot berilgan. Hozir ko'ramiz, biroz ko'rsatib o'tib ketaman. O'zingiz
buni qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Endi buni sifat tavsifli usullar uchun noaniqligini baholash albatta majburiy degan talabni biz qo'yayotganimiz yo'q bugungi kunda. Vaholanki bir qancha xalqaro akkreditlash tashkilotlari buni qo'yadi talab sifatida, lekin bizda bu hozircha majburiy talab emas. Buni o'zingizdan kelib chiqib, agar o'zingiz uchun o'sha har qanaqa holatda ekan mani sinov usulim, haqiqatan joriy qilingan ekanmi, uni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana bu usul. Ya'ni haqiqatda manfiy, haqiqatda musbat, haqiqatda yolg'onda ekan manfiy, yolg'onda ekan musbat natijalarni shakllantirib olish kerak bo'ladi va uni laboratoriyani xodimiga berish kerak bo'ladi va o'sha laboratoriyani xodimini olgan natijasiga qarab mana pastda yolg'on manfiy ko'rsatkich, yolg'on musbat ko'rsatkichlarni aniqlash bo'yicha va mana bu yerda mana tanlovchanlik, ya'ni относительный specificность to'g'risida ma'lumot berilgan, bularni pastda kriteriyalari ham bor. Qanaqa tekshiramiz? Mana muvofiqlikni tekshirish. Nisbiy shidamlilik bor. Bularni tekshirib olishingiz mumkin. Endi biz hozirgi kunda faqat bu validatsiyaga taalluqli bo'lgani uchun verifikatsiyada bu narsani keng so'rayotganimiz yo'q. Laboratoriyalar agar kimyoviy laboratoriyalar bo'ladigan bo'lsa, mana shunday bir tekshiruvlar o'tkazish kerak. Albatta, mana bir xarakteristikani baholash kerak. Bu to'g'risida o'sha jadvallarda batafsil ma'lumot berilgan. Xo'p, chatimizda yana savol bor. Metrologlar yuqori effektivlik, sog'liq parametrini bilmaydi-ku. In-house kalibrovkasini bajarib berish uchun laboratoriya xodimi bajara olmaydi in-house kalibrovkani. Xo'p, men metrologlar bilishi yoki bilmasligini bilmayman, balkim biladiganlar ham bordir. Agar juda ham bir spesifik bo'lsa, individual yondashuv talab qilsa, albatta mutaxassis bilan metrolog hamkorlikda ishlash kerak xromatograf kalibrovka qilish uchun. Muhimi o'sha xromatografdan yuqori effektiv suyuqlik xromatografidan keladigan xatolik va noaniqlikni sizni sinov natijasiga kirishi, ya'ni sinov natijasida o'sha narsa aks etishi. Agar u bo'lmasa, demak, sizda to'g'ri kalibrovka qilingan hisoblanmaydi. Так, bitta savolni qo'yib yuboramiz. Правильно ли всегда применять нормальные прямоугольные распределения для расчёта необходимости типа B? Нет, правильно ли всегда применять? Так, неопределённость не всегда прямоугольная и нормальная, да? Иногда бывает треугольная, иногда бывает трапециедальная. Если вы будете это читать книги по неопределённости ISO 9083, там все подробности написано. Там, если у вас информация подчиняется по закону треугольной Симпсона, тогда треугольный корень из 6 вы должны брать. И основное это наблюдается для этих стеклянных мер посуд и аналоговых некоторых приборов. Вот это внедряется симпсоновское распределение. А если есть у вас еще какая-то информация, это подтверждает, допустим, справочник, да, там трапециедальные или синусоидальные, тогда для неопределенности по типу B можете получить в качестве коэффициента охвата от нее, да? То есть коэффициент охвата не корень из 3, и просто так 2, да? Там корень из 6, корень из 9 или какой-то другой еще. Хорошо, инхаус калибровка тушкан джихаздар кулланадыган методикан верификациясы кай тарзда утказылады. Чунки калибровкадан алдын бу методикан верификациясы керейми. Shu haqda qisqacha ma'lumot bersangiz. Demak, in-house kalibrovkaga tushgan jihozlarning verifikatsiyasi ham o'sha bu razdelda berilgan kalibrovkalarni metodikasini qanaqa verifikatsiya qilsak, o'shanday verifikatsiya qilinadi. Bu ham kelgusida solishtirish orqali tasdiqlanishi kerak va o'sha in-house kalibrovkaning ichida ISCO'ni aniqlash bor, ya'ni o'rtacha kvadratik og'ishni aniqlash bor. O'sha xarakteristikalar bilan aniqlanadi. Endi buni me'yorda yoki yo'qligini qayerdan bilamiz desanglar, o'sha priborni o'zini hujjatida yoziladi. ISCO ma'lumotni oshmasin, unaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin. Agar bo'lmasa, bu narsani kontrol qilish uchun o'zingizlarga yozib qo'yasizlar predelda. Va o'sha predelda yoki yo'qligini doimiy kontrol qilib turasizlar. Uni verifikatsiyasi kerakmi? Так, bugungi kunda in-house mutlaqo yangi soha bo'lgani uchun, ya'ni sinov laboratoriyalari usullar kalibrovkasini, ya'ni o'lchov vositalar instrumentlar kalibrovkasini endi o'zlashtirayotganligi sababli chuqur verifikatsiya so'rayotganimiz yo'q. Aslida so'rashimiz kerak. Biz so'rayotgan narsa nima? In-house to'g'ri yondashib, to'g'ri kalibrovka qilingan o'shani so'rayapmiz va
solishtirishda kelgusida qatnashishni so'rayapmiz. Solishtirishda qatnashib to'g'ri natija olsa, agar uni verifikatsiyasi ham yaxshi o'tgan degan bir patvrdinani ham olgan bo'lasiz. Насколько важную роль играет неопределенность измерений при аккредитации? Так, неопределенность – один из обязательных требований стандарта 17.25, пункт 7.6. Это обязательно требуется. Taklif ushbu qo'llanmaga amaliy o'quv materiali qilinsa, buni sohaga oid otimlarga tarqatishni tashkil qilsak, homiylik qila olamiz. Xo'p, taklif uchun juda ham katta rahmat. Albatta buni taklifingizni o'ylab ko'ramiz. Kelajakda buni ham reja qilamiz inshaalloh. Ovozingiz eshitilmayapti. Galaxy A 2 yo'q. Assalomu alaykum. Xo'p. Ovoz meni chiqqanlarda eshitilayotgan bo'lsa kerak, tekshirib qo'yasiz. Tashkilot standartida keltirilgan metodikalarni kim validatsiyasini o'tkazadi? Tashkilot standartida keltirilgan metodikalarini validatsiyasini kim o'tkazishi? Demak, birinchi o'rinda laboratoriyani o'zi qilish kerak, chunki 17.025 o'qisanglar, 17.025 da laboratoriya должна проводить валидацию degan so'z bor. Ya'ni laboratoriya qilsin degan so'z bor. Endi laboratoriyani o'zini malakasi unga yetmayaptimi, kimnidir privilegiat qilsiz, jalb qilsiz, hech kim qarshilik qilmaydi. Endi kimdir qilib berishga majburku deydigan bo'lsanglar, bu soha endi nima deydi? Tegishli o'sha milliy meteorologiya bo'yicha milliy organga murojaat qilinadi, u standartga murojaat qilinadi. Albatta bu sohaga yechim topish kerak, albatta bu muammo bizga ham muammomiz. Ishlab chiqaruvchimi yoki sinov laboratoriyasimi sertifikat beradigan? Albatta, birinchi o'rinda 17.025 sinov laboratoriyasiga havola qiladi bu ishni. Chunki laboratoriya должна проводить валидацию, должна подтвердить внедрение метода degan, ya'ni bu laboratoriya verifikatsiyani ham o'zi qilsin, validatsiyani ham o'zi qilsin degan ma'noni keltirib chiqaradi aslida. Lekin kimdir privilegiat qilsangiz ham, buni o'zingiz o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni validatsiya qildim, verifikatsiya qilindim, nima bo'ldi bunda? Qanchalik menda effektivni ishlatilyapti degan o'sha savolga javob topishingiz kerak. Tashkilot standartlariga keltirilgan metodlar standart metodmi? Agar tashkilot standartida validatsiya parametrlari yetarli darajada aniqlangan bo'lsa va bu narsani o'sha tashkilot standartining o'zida keltirgan bo'lsa va eng muhimi 57.25 bir GOST'imiz bor, GOST ISO 57.25 birimiz bor, o'shani 4.1 adashmasam 4.1 punkti va 4.2 punkti shuningdek 6.2 punktida standart usul to'g'risida ma'lumot berilgan. Biz buni yozganmiz bu yoqda. Ya'ni standartni o'zi hozir bir daqiqa standartni o'zi bu narsaga so'zga qilgan. Ya'ni 17.025 ochib qarasanglar boshidagi 6 ta literatura 57.25, ya'ni 57.25 bilan chambarchas bog'liqligini bildiradi bu standart. Demak, bizga mana shu joyda standart usul to'g'risida qisqacha tushunib to'xtalib o'tganmiz. Hozir bir daqiqa usullarni tanlashda. Hozir bir daqiqa. 57.25. Demak, mana usullar validatsiyasida nima nostandart usullar validatsiya qilinadi deganimiz, agar usul xalqaro mintaqaviy yoki milliy standartlarda, tavsiya ko'rinishida, yo'riqnoma boshqa ko'rinishda bo'lsa va go'shtning batlarida keltirilgan talablar bajarilsa, ularni standart usullar sifatida qaralishini yozganmiz. Qolgan hollarda nostandart usul sifatida qaralish to'g'risida ham yozganmiz. Так, demak, chatga qaytamiz. Tashkilot standarti, metodika standartni emasmi? Standartnilari bo'lishi uchun o'sha mana bu talabga javob berishini tasdiqlash kerak. Validatsiyadan o'tmagan ISO standartida keltirilgan metodni validatsiyasini kim o'tkazadi? Validatsiyadan o'tmagan ISO standarti degan tushuncha g'ayrat aka, demak, savol bitta. Validatsiyadan o'tmaganiga nima sabab bo'lgan? Balkim juda ham eski bo'lgandir, u payt validatsiya tushunchalari ommalashmagandir yoki ikkinchi sabab empirik usul bo'lishi mumkin. Empirik usulda ISO validatsiya qilmasligi mumkin. Chunki xalqaro tashkilot
ushalardan kirib kelganmizga ko'pda o'sha validatsiya talabi ham o'sha ISO'ni ishlab chiqaruvchilari tomonidan belgilangan talab, buni hech kimga sir emas. Endi biz empirik usul to'g'risida yozganmiz. Empirik usul to'g'risida yozganmiz. Xo'sh, mana bu jadvalimiz bor. Birinchi jadvalimiz bor. Adashmasam, o'sha birinchi jadvalda tagida empirik usul to'g'risida yozganmiz. Ya'ni usulni o'tkazish orqali kuzatuvchanlikka erishishimiz aniq bo'lsa, buni empirik usul deyishimiz mumkin. Fizika qonunlariga qat'iy bo'ysinsa, masalan. Hozir bir daqiqa. Mana, demak, ikkinchi primichaniyani qaraymiz. Hozir bir daqiqa. Xo'sh, demak, mana empirik usullarga qisqacha to'xtalilgan. Demak, usul orqali kuzatuvchanlikka erishish mumkin bo'lgan empirik tajribada o'rganilgan eksperimental usullarda uslubning muntazam xatoligi tarix bo'yicha 0 ga teng. Shuning uchun bu usulni validatsiya parametrini tekshirib o'tirish mantiqqa ega bo'lmaydi. Validatsiya parametri berilmasa ishodi. Masalan, fizik, elektrik, mexanik xususiyatlarini o'lchash uchun ishlab chiqilgan ko'plab umumiy foydalanish standart usullar pretsenzionlik ma'lumotlari yo'q bo'ladi. Ya'ni qarasanglar, elektrotexnikada yo'q bo'ladi pretsenzionlik ma'lumotlar. Ya'ni pasarayamiz ma'lumotni oshmasin, pasxajdini ma'lumotni oshmasin degan narsa yo'q bo'ladi. Shunaqa hollarda nima qilamiz? Xuddi shunga o'xshagan namuna bilan solishtirish orqali o'rganamiz. Bitta natija olamiz verifikatsiya paytida va uni kelgusidagi stabilligini tekshiramiz. O'shanda biz empirik usulda validatsiyasini to'g'ri qilgan bo'lamiz. Endi G'ayrat aka savolingizga asosan, agar ISO'da validatsiyadan qil o'tkazish kerak bo'lmaydi, bitta ikkita uskunishini holatlari bo'ladigan bo'lsa, validatsiya ko'rsatilmagan bo'lsa, demak validatsiya parametri ko'rsatilmagan, lekin aniqlash kerak bo'lgan bo'lsa, albatta uni ham metrologiya bo'yicha milliy organ qayta ko'rib chiqish kerak. Assalomu alaykum. Verifikatsiya o'tkazish bo'yicha ishchi qo'l yozuvlarda aks ettirilishi zarur va muhim bo'lgan asosiy ma'lumotlar haqida gapirib o'ting, iltimos. Feruza Jalilova, xo'p, biz darsni boshida ham gapirdik. Yana bir marta takrorlaymiz. Usullar verifikatsiyasi degan bo'limni ochasiz. Yozuvlarda nimalar aks etishi to'g'risida buni yozganmiz. Demak, ishchi parametrlar kerak. Boya aytganimizda to'g'rilik, pastarayamiz dedik, takrorlanuvchanlik va oraliq pretsenzionlik kerak. Undan oldin siz degan o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni usulni o'zi talab qilgan omillar bor. Atrof muhit sharoiti, atrof ifloslanishi, sinov sharoiti, sinovlar orasidagi vaqt, asbob-uskunalar bilan holati, etalonlar agar qo'llanilsa, tashish shartlari, xodim kompetensiyasi, hujjatlar va yozuvlar va hokazolar. Xo'sh. Так, bir tashkilot standartini bir nechta laboratoriya qo'llaydigan bo'lsa, bitta metod bir necha bor validatsiyadan o'tkaziladimi? Xo'sh, agar bitta tashkilot standartini, agar validatsiyadan birinchi bo'lib o'tkazgan bo'lsa kimdir va tegishli validatsiya parametrlarini aniqlagan bo'lsa, demak u kelgusida verifikatsiyaga tushadi. Endi bir jihat bor, validatsiyaning to'laqonli o'tishi uchun imkon qadar ko'proq laboratoriya qatnashish kerak. Chunki agar GOSTlarni qabul qilinishini yoki ISO'ni qabul qilinishini qarasak, o'zi ключевой laboratoriyalar bo'ladi, tayanch laboratoriyalar bo'ladi. O'sha tayanch laboratoriyalarning natijasi asosida ularning o'rtacha qiymatlari natijasida o'sha predel повторяемый deymiz, takrorlanuvchanlik chegarasi, predel воспроизводимость tasdiqlanadi. Bizda bitta laboratoriyani tasdiqlashiga o'rganishimiz qiyin bo'lyapti, albatta. Chunki o'sha o'zimda 8017 ya'ni 17-chi bo'lim borida, adashmasam innovatsiya bo'limi, o'sha attestatsiya qilganda ham bitta laboratoriya metodi bilan o'shanda ham svechenie so'raydi. Minimum bitta svechenie bo'lishi kerak. U agar validatsiya to'laqonli bo'lgan bo'lsa, qolgan laboratoriyalar verifikatsiyadan o'tkazib qo'yishi yetarli bo'ladi. Shunda to'g'rimi? Povtoryamiz qiymati berilmagan bo'lsa, shu xatkatdan foydalanganda shu xatkatdan hujjatlashtirishimiz shartmi? Shu xat kartasini to'g'ri tuzgan bo'lsangiz va povtoryamiz, ya'ni takrorlanuvchanlikni to'g'ri monitoringini yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, buni qanaqadir hujjat bilan tasdiqlab qo'yishingiz shart emas. Bizning laboratoriya GOSTlar hozirgi kunda amalda bo'lgan 70-chi, 80-chi yillardagi metodikalardan foydalaniladi. Shunda biz verifikatsion laboratoriya hisoblanamizmi?
Так, amalda. Demak, qarang, 70-80 yillardagi metodikalarni o'rganib chiqasiz. Avvalo bu metodikalardan voz kechish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan, buni ko'rib chiqishingiz kerak. Agar shunda ham davlat siyosatidan ham qolgan bu metodlar bo'ladigan bo'lsa, uni ko'rib chiqishingiz kerak va verifikatsiyaga qo'yilgan talablar, usullar verifikatsiyasiga qo'yilgan talablarni birma-bir ko'rib chiqishingiz kerak. Va verifikatsiyani talablarini bajarsangiz, o'shanda verifikatsiyani bajargan laboratoriya bo'lasiz. Inshaalloh. Ustubni o'tkazish ketma-ketligi, ya'ni описание действий yozilishi shartmi? Xo'sh. Usulni protokolini olishingiz va protokoldan imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishingiz sizni usulni bo'yicha o'sha natija olishingizni tasdiqlab beradi. Endi verifikatsiyada albatta ketma-ket ko'rsatsangiz, tartibli natija olgan bo'lasiz. Endi описание действий qanchalik ko'p yozuv bo'lsa, shuncha ko'p sizni kompetensiyangizni tasdiqlab beradi. Chunki o'sha yozuvlar sizni haqiqatda verifikatsiya o'tkazganingizni tasdiqlaydi-da. Tushuninglar, akkreditatsiya degani ishonch bildirish degani. Ishonch bildirish uchun sizlar haqiqatda buni qilganinglarni ishontirishinglar kerak akkreditatsiya bo'yicha komissiya. O'sha ishontirish uchun qancha ko'p yozuv bo'lsa va o'sha yozuvlar ketma-ket protsessiyaviy bo'lsa, o'shanda ishonch bildirish osonroq bo'ladi. Buni hisobga olish kerak-da. Buni hadib qog'ozbozlikka yo'yish ham to'g'ri bo'lmaydi. Empirik validatsiyani doimiy verifikatsiya orqali qilinsa, validatsiya hujjatlashtiriladimi? Empirik usullar validatsiyasi bo'lishi uchun uni empirikligini siz tasdiqlashingiz kerak. Xo'sh, o'zingizni empirik usulni o'rganib chiqing, iloji bo'lsa. Empirik usulga nimalar kirishini va ularni validatsiyasi amalga oshirilgan bo'lsa, uni verifikatsiya qilib qo'ysangiz, demak, nima qilasiz? Hujjatlashtirasiz. Hujjatlashtirganda ham predel bo'lmaydi unda, ya'ni predel qaftarayamiz bo'lmaydi. Nima bilan solishtiraman degan savolingiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Nima qilasiz? Demak, siz birinchi olgan natijangizni chegara qilib belgilab qo'yasiz va kelgusida o'sha yuqorida ketgandek shohrat kartasi yoki shohrat kartasi majburiy emas, lekin naglyadniy bo'ladi shohrat kartasi. Shohrat kartasi bo'lmasa, o'sha predel bilan o'zingiz birinchi aniqlagan, verifikatsiyada aniqlagan predelingiz bilan buni solishtirib qo'yasiz. Endi bu shohrat kartasi to'g'risida, umuman kontrolni karta to'g'risida 17025 da ham talab bor. 17025 qarasangiz, adashmasam, obeshpechenie ID dostoverности rezultatov, ya'ni o'lchashlarning ishonchliligini ta'minlash degan bo'lim bor, 77, o'shandan bittasi o'sha mexanizm kontrolni kartani qo'llash, nazorat kartasini qo'llashdan iborat. Kriteriya hisoblash hamma metodlarda bir xil bo'ladimi? Demak, kriteriya hisoblashi 57-25 da batafsil berilgan. 208 ga ko'paytirish orqali hisoblanadi. Ya'ni 208 degan koeffitsient jadvalga qarab o'zgarishi mumkin bo'ladi. O'sha jadvalga qarab 208 377 bo'lishi mumkin bo'ladi. Buni o'zining kriteriyalari bor. Hamma metodda bir xil bo'lmaydi. O'lchashlar soni, o'lchashlar seriyasi, necha kun o'tkazyapsiz, o'shalarga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, hurmatli seminar qatnashchilari, vaqtimiz ham 4:30 dan oshibdi. Agar ortiqcha savolinglar bo'lmasa, bugungi seminarimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat, shunchalik qiziqish bildirganingizlarga. Maqsadimiz bitta, qaytarib o'tamiz. Butun O'zbekistonda laboratoriyalarimiz ishonchli natijasi xalqaro standartlarga muvofiq ishlasa, bizning natijalarimiz xalqaro miqyosda tan olinsa, mahsulotlarimizning sifati ham shunga monat bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Bizning asosiy maqsadimiz shu, Qatnashganingiz uchun rahmat. Kelgusida inshaalloh o'quv kurslari konkretni, ya'ni chuqurlashgan tarzda tashkil qilish niyatimiz bor. O'shanda qatnashsanglar, yana ham batafsil savollaringizga javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.